Категорически приветствую вас, дорогие друзья, с вами Светик и Ем. Продолжаем играть в Silent Hill Alchemilla. Закончили мы на том, ребятки, что нашли какую-то ручку. Вот, Убились, блин-код искать. Так, я понял, откуда ручка. От подвала, мы в подвале не были. Ты это только что мне, да, я сейчас... Нет, сучка. Не подвал. Так, значит, у нас, ребятки, есть ручка. Значит, надо открыть какую-то дверь, которая... Когда-то у меня была шкатулка с подобной ручкой. Это от музыкальной шкатулки. А, вот. Музыкальная шкатулка. В книжном магазине. Точно. Не в книжном. В бриллиантовом. Как там он там выходит? Бриллиантовый магазин. Бриллиантовый магазин. Здрасте. Давай, записываем. Ноты. Ну, ноты мы уже... А мы знаем ноты, где у нас были? Бля, я их помял. Подожди, мы где-то должны найти среди этих папирусов. Ну, 1, 3... 5, 7, 6... 1, 3, 5, 7, да. Ну и чё, надо наиграть? Или что надо сделать? 1, 3, 5, 7. Ну, наверное, я тут ещё... Ну и что? Написано. 1, 3, 5, 7, это сейчас от чего? Пойдем наиграем. 1, 3, 5, 7. А, куда, все куда, куда? Да 1, 3, 5, 7, я помню. Это я все помню. Это я помню. Это я точно помню, что 1, 3, 5, 7. Это, наверное, может, у тебя? Так. Давай. Нет. Нет, в другом порядке. Блядь, это сейчас надо слух. Нет, так я... За подставу вообще. Так. Я так не смогу. Отгадать-то. Бляха-муха, это сейчас иди вслушивайся в эту ахинею. Так, так, так. Я уже забыл. Так, где мой телефон? Где мой диктофон? Сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, подожди. Телефон записываю. Так, где диктофон, диктофон? А как тут с блокнотом и ручкой выжить людям? Че, у людей телефонов, что ли, нет? Не так, у всех. Мне надо записать, тихо. Сейчас запишу. На, возле колонки запиши. Ладно, я сам. Так. Окей. Google. Погнали назад. Молодцы. Прям молодцы. Так. Так. И сразу надо запоминать цифры, в каком порядке будут. Я готова. Так. Давай, давай. Ой, чайку надо. Ой, хорошо. Заварите себе тоже и печеньки возьмите. С печеньками оно веселее. Так. Лучше хлебцы. Тихо. Так, подожди. Воспроизведи. Блядь, что так тихо-то? Стоп. Не, стоп. Блять. Нет. Это последняя. Пятерка последняя. Дай. Ну, запиши. Пятерка последняя точно. Так. Пятерка последняя.
Семерка первая. Семерка первая. Семерка. А вот это откуда? Блять! У меня теперь все вообще одно и то же. Так, вот это, по-моему, первое. Ну, у нас есть первое. Тихо! Семерка третья. Семерка третья. Так, единичка. Так, а единичка, похоже, что первая. Ну, попробуем. 1, 3, 7, 5. Нет. Нет. Блин, пятерка, по-моему, точно последняя. Пятерка, пятерка. Очень похоже, вот прям... Блин, а первое что? А это что? Нет. Нет. Она должна открыться, эта шкатулка. Три, один, семь, пять. Нет? Один. Что я нажал? Бля, ребятки, простите. Один, по-моему. 3, 7, 5, что ли? 1, 3, 7, 5. Ну да, запиши, скорее всего, так. Да, я себе помечу туда себе. Так, это... Дай другой листочек мне нужен. Бери, конечно. Блять. 1, 3, 7, 5. Шкатулка. 1, 3, 7, 5. Или 3, 1, 5. Я потом на видео посмотрю сам. Ой, боже, боже. На. Фу, забирай ключ. В шкатулке оказался ключ. А представляешь, так вот бегать, прислушиваться? Да не. Ну, слушай, человек с музыкальным слухом, он бы, наверное, понимает, где до, ре, ми, фа, соль, а, си. Это мы так, околоплавающие. У некоторых медведь на ушах танцевала румбу. Так, что я теперь? В подвал? Да? Сохранись. Нельзя это вообще. Нельзя, да, никак. Сломан. Сломан. Так, а откуда может быть? Где у нас были двери-то? Может... Нет. Нет выхода. Нет выхода. Может отсюда? Нет. Ну, лифт обесточен. Очень странно, я все думаю, что это от подвала почему-то. Мне очень-очень хочется, да, чтобы это было от подвала, потому что генератор, бляха, в подвале. А там не было дверей? Была. Прямо была дверь. Нет. А где была дверь? В кофешопе каком-то. Где-то, по-моему, прямо была дверь. Или как это... Прямо. У нас еще инь-янь остались? Ой, не напоминай мне про инь-янь. Ладно, пойдем на этажом выше, короче. Может, на третьем? У нас на третьем реально ни хрена не происходило еще. Точно. Нет, сломан. Это мы уже отгадали. Тут сломан. Значит, на втором. На втором этаже ключ. Так, это тут мы везде были. Ключ подошел. Так, новый...
Загадки. Что это такое? Браслеты какие-то, маски. Какие-то. И тут никого. Угу. Кого ты хочешь увидеть? Мне очень интересно. Everybody here, бля. В этом платье красиво. Платье красиво? На картине. Красное. Тут что-то там есть? Что-то... Подглядывай. Блять, я чуть не обосрался. Мудак ты тупой. Видимо, это просто выход наружу. А зачем? Нет, не зачем. Ты чего это? Я пока не знаю. И кто такое носит? Что-то мы должны здесь найти. Вот это, наверное. Подожди, там женщина тебе показывает, куда. К выходу. А что она показывает к выходу? Мы оттуда пришли, вообще-то. Я знаю. Ну, видимо, скрип просто, может, какой-нибудь сработал. Я просто так предполагаю, другого объяснения я не вижу. Сейчас что-то должно другое открыться. Картины одной нет. Видишь? Ой. Все, конец, мы прошли. Бляха-муха. А сразу не могли вот эта вот херня. Мы, наверное, должны были заострить свое внимание на картине. Думаешь? Да не, вряд ли. Ладненько, посмотрим. Охренеть просто. То ли 1375, то ли 3175. Ладно, потом разберемся. Альтернативная реальность. Твою ж маму. Только не говори, что мы здесь опять будем это все пробегивать. Рейтинги. Картин, да, она же двух нет. Ладно. А, фу. А, это, я думаю, так, дай бог памяти, что нам теперь надо-то делать? Без ключа не открыть лифта. Мы не были... А он сам? А, вот. Да, обслужи себя сам называется. Ладно. Записку вижу. Радиопомехи. Так, записка. Из моего мира пропадают цвета. Этот город, он изменил мой мир. Но во всем виноват я сам. Я думаю, ты меня понимаешь. Ты ведь такой же. Если из твоего мира тоже станут пропадать цвета, цепляйся за остатки разума. Ведь из двух цветов всегда можно получить третий. Ты еще смешивай. Ой, бля. Ой, чую я. Неладное, да? Чую, сейчас будем гадать, разгадывать. Заперто. 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 Ты записала? Нет. Молодец. Заперто. Чё дальше-то? Я не понял. Ну, надо наверх подняться и найти ключ от той, там же где-то... Нужен был ключ, он там, наверху. Так, ну вниз мы уже не можем. Да там есть другие двери, в общем-то. Мы-то попали просто сразу. В лифт пошли. Вот отсюда мы пришли. Да. Отсюда мы пришли. Здесь вы... Нет, здесь не выход. Подожди. Ручка поворачивается, но не поддается. Ой, бля. Я понимаю, сейчас цвета надо разгадать. Видимо, как-то. Как там говорилось? Из двух можно получить третий. Значит, надо получить зеленый. Или как? Вот так, что ли? Зеленый, желтый, синий? Нет? Ага. Вырубай нахер все. Вот надо как-то... Зеленый, желтый. Подожди, ну надо какие цвета надо соединить, чтобы у нас получился зеленый. Желтый или синий. Подожди. Желтый, зеленый. Нет. Вспомни детский сад. Да ты ж... как они меняются? Да я в душе вообще. Подожди, дай посмотреть.
Понятно. Зеленый. Нет, надо какие-то две кнопочки нажать, чтобы загорелась, наверное, та зелененькая. Что ты ко мне пристала-то? Нажми здесь желтый и синий на кнопочке. Это выключи, нажми желтый и синий. И чё? Тут синий выключи. Наверное, нужно включиться зеленый. А ты чё загорелась? Это я нажимал. Дальше, чтобы получился желтый, по-моему, красный и зеленый надо смешивать. Выключается вообще тот. Ну а синий? Желтый и красный. Мы со вторым не угадали. Красный, значит, соединяется с желтым. Смотри, там красный загорелся уже. Красный нажимаем. Вот тут. А. Так, чтобы у нас получился желтый цвет, значит, зеленый и синий. И чё? Вижу. Да нет, что ты какую-то херню несешь? Ну как палитру смешивали цвета. Ну смешай палитру, ну, ёпта. Ну смешал, не получилось. О, бля. 1+1, блядь. Ну если смешать два цвета, то получится третий. Значит, надо как-то по-правильному смешать. Почему там загорелось? Я жму в одно место, включается вообще что-то другое. О, блядь. Ни хрена не могу понять, если честно. Сохранять часы в тряпичной комнате сломаны. Часы в тряпичной комнате сломаны. Подожди, этого мы не читали вообще. Чувство времени тоже надо сохранять. Часы в тряпичной комнате сломаны. Это я точно знаю. Время тоже нестабильно. Здесь все неправильно. Ты не мог бы узнать, какое время сейчас правильное? Я не уверен, что часы над пропастью верны. Как ты сюда попал? Ты тоже грешник. Или это так? Что там происходит, блядь? Так, да надо еще раз почитать. Что-то я вообще не могу понять, что происходит и что оно. Так, значит, нам нужно узнать время. Ключ к тряпичной комнате. Тоже можешь записать, что ключ к тряпичной комнате. Часы в тряпичной комнате. Часы, да, в тряпичной комнате. Шо? Заперто. Так. Из моего мира пропадают цвета. Этот город, он изменил мой мир, но все, виноват я сам. Думаю, ты меня понимаешь, ты ведь такой же. Если из твоего мира тоже станут пропадать цвета, цепляйся за остатки разума. Весь из двух цветов всегда можно получить третий. О, блядь. А тряпичная комната, из которой мы пришли? Я без понятия. Ну, скорее всего, да, потому что там уже... Только кто носит эти вещи, ну, когда еще был нормальный реально. Так. Чтобы получить зеленый. А зачем мне вот получать зеленый, если я могу просто нажать зеленый, желтый, блядь, и синий? Какая похуй разница? Я вот просто вот этого не могу понять. Ладно, чтобы получить зеленый. Желтый и синий. Точно? Желтый и синий. Чтобы получить желтый. Красно-зеленый вообще, мне такое ощущение, да, с коричневой. А синий, чтобы получить? Желтый и зеленый. Либо красный и зеленый. Красно-зеленый мы уже делали. Какой, чтобы получить желтый? Желтый и синий, наверное. Может, вот так? Эта дверь должна открыться или что должно открыться? Почему они загораются? Я не знаю, как они должны. Вот даже если методом тыка, он должен загореться, по идее, да?
Ну вот, методом тыка, допустим. Все. Других вариантов нет. Горит? Нет, не горит. Ну вот, блять. Вот, со всеми цветами перепробуем. Ничего. Вот так теперь. Не горит. Тоже не горит. Пойдем в тряпичную комнату. Да при чем-то, тут надо вспоминать. Там на время посмотрим. Может, там еще что-нибудь, подсказка какая-нибудь. Ты надо в телефоне просто написать, что это самое, блядь. Какие цвета на какие что дают. Какую тряпичную комнату? Где она? И чё? Какие здесь часы-то? Здесь часов-то нет. Он сказал, часы где-то внизу. Два человека, бляха-муха. Часы. Где часы? Я не вижу здесь... часов. Ты видишь здесь часы? Нет. Я тоже здесь часы почему-то не вижу. Он сказал, часы где-то что-то внизу, бляха-муха. Там внизу я вообще ничего не вижу. Давай сейчас выписку почитаем. Так, вот эту? Да что тут читать-то? Чувство времени тоже надо сохранять. Часы в тряпичной комнате сломаны, это я точно знаю. Время тоже нестабильно, здесь все неправильно. Ты не мог бы узнать, какое время сейчас правильное? Я не уверен, что часы над пропастью верны. Как ты сюда попал? Ты тоже грешник? Или это так? Так. Сейчас по-другому попробуем. Ребятки. Окей, Google, ёпты. Какой? Какие? Прям так сейчас напишу, блядь. Окей, Google. Где Google там у меня, блядь? Google. Я хрен знает, где у меня. У меня вообще есть Google? Есть Google. Давай. Погнали. Какие два цвета дают зеленый? Ну-ка, Google. Какие цвета можно смешать? Вот, давай, открывай. Открывай давай, Google, блядь. Так, какие два цвета нужно смешать, чтобы получиться желтый? Если смешать два цвета, то можно получить другой. Серьезно? Это мы знаем без тебя. Так, красный и зеленый дают желтый. Окей. Вот, а я говорил. Красный и зеленый. Но он не загорается. Красный и зеленый дают желтый. Зеленый и синий дают голубой. А нам не нужен. А, нужен? Может быть. Кажется, подошло. Все? Это все, что тебе надо было? Какие там? Зеленый, красный. Зеленый. Зеленый плюс красный. Тогда желтый. Красный. А голубой? Синий. Плюс какой? Зеленый? Да. Зеленый. Окей. Две последние. Окей, Google, ёпты. Почему он самый первый не тронул? Не знаю. Так. Надо подставить. Ладно, погнали дальше. Бери ножики. Все-таки без интернета никак. Я не знаю, в школе. Это игра для детей, что ли? Ну, я не знаю, кто бы вспомнил. Ну, может, конечно, кто-то... Я почти вспомнила. А ты почти молодец. Ты что это голубое от синего, понимаешь? Тут же другая болезнь. Так, это, по-моему, книжная. Нет. Здесь часы. Мы... Часы. Где часы? Вон они на стене. Ну, запиши. 28-25. Вот ключ. Да. Ключ от кофейного столика. Понял. Не, при чем тут кофейный столик? Где кофейный столик? А на другой стороне часы тоже такие же? Где? Вон. Да. Блять. Да что это за... А это были? Чё за звуки, бля, я очкую. Чё, как слон ходит? Бля. Славик, я очкую, я... Так, как ладно. Как нас зовут? Музей. Пошли в музей. О. Ёб твою мать, сколько здесь часов-то? 5-8-25. Скорее всего, это верное время, потому что его больше всех. Да нет, тут, ёб твою мать. Везде часы.
На циферблате нарисованы стрелки 3.30. Вот, бумажные часы, наверное. 3.30. 3.30, хорошо. Кто там со мной вечно хочет, блядь, поговорить? Шикает там что-то, шебуршит. Какой-то стойки, может, отсюда ключ. Ой! Где это мы? Вечно ты запрёшься, фиг знает куда. Да не говори. Хватит. Пугает меня. Так, погнали дальше. Не, все-таки одна бы я не стала бы. И чё мы стоим? Ну, видимо. Давай вниз. А, во. Бля, я точно нормально еду туда, куда нужно, а то я сейчас опять заплутаю. Бля. Красиво так, я знаю. Опять часы. Вижу. На циферблате нарисовано 12.00. Ой, бля. Фу. Эпичненько. Фу. Эпичненько. Так, 12.00. Окей. Сейчас, блядь, я, кажется, знаю, что нам надо вычислить. Это очень хреново. Ой, блядь. Давай. И тогда город не отпустит тебя, пока ты не разберешься в себе. Кстати, если ты узнаешь время, впиши его в эту кодовую панель. Будь добр, время... окруженное множеством времени, неверно. Хотя я не уверен, сможешь ли ты подобрать свою ярость и вспомнить, хотя счастье в невидении. Ты нормальный? Блять. Что? Так, время окруженное множеством времени, неверное. Значит, 3.30, оно неверное. Верно, 12.00. Я тоже так думаю. Нет. Но что-то пошло не так. Опять наш план гениальный не сработал. Зачем я столько нулей нарвал? 3? Может, 15? 30? Нет. 12.30? Нет. 12.15, блин. Почему ты написал? Нет. 15.00. Я сопоставляю два числа. Одно беру из одних, другого из другого. Там, допустим, 30, 12. Ну, 12, но... 12, да, набери. Нет. Мне кажется, потемнело. Потемнело, бляха-муха. Где? Так, еще раз. Время, окруженное множеством времени, неверно, хотя не уверен. Сможешь ли ты побороть свою ярость и вспомнить? Блядь. Это не знаю. Нашу ярость не побороть. Кстати, если ты... А 8.25? Что такое 8? Да, это несколько раз повторялось одна и та же цифра. Нет, это на всех часах. 8.25. Нет. Или 0.8.25. Нет. 12.00 это там, где было много часов, да? Нет. 3 часа это там, где было много. 3.30 это где было много, а 12.00 это последний, который мы нашли. Хорошо, давай еще раз. Вот здесь мы их нашли. Так, стоп. И там были две точки, и тут две точки. Вот точки внизу. Это сколько? Ну вот, точки слева, справа. Ну пофиг, можно будет комбинации влево-вправо поменять. Сколько это? 7? 4.37? 12? Почему 30? 12? Я даже не знаю как. Бля, ой, 19? Это между 25 и 20. Как вычислить? Где он стоит? 19.22 получается. А, ну не так и не так. Значит. Блять. Либо. Ну, если большая стрелка стояла где-то вот
на уровне, да, можно время было вычислить, ну, где маленькая стрелка. А так она стоит и не там, и не там, и та, и другая. Либо 14.37. Почему 14? 16. 16.37. Да не, вряд ли. Первое, что мы там? 19.22. Нет, 19.23. Нет, 19, просто 20. Нет, 19.25. Нет, 19.24. Нет. Второе. 16.37. 16.37. Нет. 16.36. Нет. 16.35. Нет. 16.30. 16.30. Фу, блядь, 16.30. А нельзя никак там было вычислить? 13.30, 3.30 плюс 12. Не получается. Ну, короче, надо было, понятно. Фу, блядь. Головоломки. Теперь, значит, нам нужен ключ. Первый двери. Ручка поворачивается, но дверь не поддается. Сука, опять. Вот ключ. Неизвестно. Иди к первой двери. Какой первой? Мы как только сюда зашли, там нужен был ключ. Чего? Нет, Зай, не... Подожди, я понял, о чем ты. К самой первой? Нет, нет, мы только сюда зашли. Вот это? Нет. Вот сюда мы зашли, и ты первый попадался, там нужен был ключ. Вот здесь? Да, получается. А. Я даже не заметил. Так, кручу-верчу. Выиграть хочу, записка. Именно здесь я был казнен. Я каюсь в своих грехах. Но ты не замечаешь, какую боль приносишь окружающим. И даже частички собственной души. Ты должен быть принесен в жертву. Быть может, тогда ты все вспомнишь и поймешь. Слышь? Ну давай, приноси меня в жертву, хули. Давай. Че мне, на крюк, что ли, очком самому сесть? Сам. Все сам. Ну, когда закончится-то? Или опять надо ждать, пока сделает? Сделай у. Нет, у нас еще ручка какая-то не прокручивалась, но не открывалась, поэтому надо идти и еще и что-то искать. Да, но ручки-то нет. Ручки нет. Вот что он этим хотел сказать-то? Давай, я готов, на ёпты. Казни меня за мои грехи. Что надо, блядь? Блядь. Ну? Казните меня, блядь. Казните. Должно что-то произойти, я прям... Нутром чую, где-то что-то должно произойти. Казните меня. Не хотят. Именно здесь я был казнен. Ну что-то мы должны еще вспомнить. И, видимо, тогда все понять. А еще надо зеленого льва найти. Да ты че? Это уже мы нашли уже китайскую эту лавку. А, нашли, да? Ты че, когда? Это на улице было. Да. Че дальше-то? Ну давай назад вернемся. Только зачем? А можно еще вниз? Нет, тупо вверх. Ну мы там еще не все комнаты, по-моему, обошли, да? Я ж просто сразу в лифт попал. Вот здесь. Что-то ты малый. Ты не даешь сосредоточиться. А, то тут и некуда идти. Особо-то. Да. Так. Сохранишь-ка ты? Да сохранюсь-ка я. Так, подожди. Нет, мы там должны сдохнуть. Почему-то. Мне так кажется. Вот, видишь, здесь тоже точки. Ну, когда я уже сдохну-то? Бля! Вот я только хотела сказать. Все? Загрузка? А.
спрятываются. Вовремя сохранился. Я попросили сдохнуть, я сдох. Какие проблемы? Я думаю, тебе лучше туда не идти. Это я понимаю, что туда лучше не идти. Everybody here? Ни хрена не хер. Ладно, что здесь еще есть полезного? Значит, мы не сохранились. Представляю. Было бы забавно. Подожди, мы еще находили ключ от кофе какого-то, или мы уже это открыли? По-моему, нет. Кофейный столик. Кофейный столик. Ну-ка. Это где-то в закромах, наверное, здесь где-то должно быть. Кофейный столик. Кофейный столик. Ну-ка. Кофейный столик. Столик. Ой, здрасте. Кофейный столик есть у вас в комнате? Здесь вообще мало что есть. Здесь, да, вообще трусы ничего. Трусы да джинсы. Трусы да джинсы, это точно. И скелябры еще. Еще скелябрики. Так. Слушай, а вот сюда я не заходил. Понятно, вверх нельзя. Ну, спускайся сам вниз. Да, это понятно, что спускайся сам вниз. Суть не в этом. Где кофейный столик? Так, у нас еще дверь. Выше, надо найти ключ от двери. Да ну его нахер. О! Хуа-хуа. Нежданно-неганно. Это точно. Так, кофейный столик. Что-то здесь вообще ни хрена, все пусто. Ладно. А мы вниз спустили сейчас. Да. Я все прекрасно понимаю. Проходи сюда. Здесь была это. О, ключ, да, вижу. Здесь была шкатулка музыкальная. Опять неизвестный ключ. Наверное, нужно этаж выше. Зачем? Там дверь одна закрытая. Дай попробую выйти. Ты туда не ходи. Да меня туда никто и не выпустит, что им делать нихер. На этаж выше, говоришь? Может, здесь все-таки еще что-то есть? Нет. На этаж выше. Да. Сейчас ты вот по лестнице поднимаешься, и там какая-то... Там какая-то записка все, что было. Ну, читали? Где записка? По-моему, да. Да, это с этим самым. Типа, цвета пропадут, станут нормальными. Вот загадки нагадали, а. Где дверь? Вот это? О. Видишь? Угу. Вижу. Не упади, я тебя молю. Когда я уже должен сдохнуть? Я... Ну, так, кофейный. У меня все из головы не выходит этот кофейный. Часы еще одни. Ты задрались часы. Опять 3:30. Опа. В эту пропасть сбрасывают жертвенные души тех, кто не осознает свои грехи. Я же был казнен, но не здесь. Смерть — это самое малое, чем порой люди могут искупить свою вину. Может, мне надо туда прыгнуть все-таки? Ну, я бы не рекомендовал. Где сохранить сначала? Куда? Потом от сохранялки еще бежать 2 дня. А где сохранялка-то? Сохранялка, по-моему, далеко. Нет, недалеко. Все для тебя. Все для тебя. Что там дальше? Я не знаю. Святые туманы. А, это же это опять этот гей. Че же не гей-то сегодня в голову-то лез? Прекрати. Куда ни смотри, они пидорасы. Но. Похоже, что это в правильном направлении. Может быть. Это действительно моя ошибка. Нет, это невозможно. That's impossible. Not impossible. Грёбаный кибастус. Сохраняться надо. Есть какие-то эти... намётки на то, что мы сможем отсюда выйти? Или нет? Ну-ка.
Опять можно спрыгнуть, нет? I believe I can fly. Куда мне, бляха-муха? Вот эта дверь в прошлый раз была загорожена. Так. Вот здесь, наверное, выход. Колючая проволока. Нас был. Закончилось. Слава яичкам. Выкидывай нас отсюда. Быстрее, бля! Давай в досторбальную реальность. Загрузочка пошла. Ну? Ну? Пожалуйста. Сейчас. Пью. Чайку надо пока что. У меня уже чай ледяной, уже холодный чай. Что, не закончилось? Опять мы здесь. Ну что ж, ребятки, я думаю, мы сможем выйти вот через ту дверь. Да, мы можем выйти, потому что здесь теперь она... Пора валить из этого места. Я с тобой вообще полностью согласен. Но здесь места не надо будет. О, какие-то узоры. Ковры. Назад можем? Можем. Может, все-таки обыскать тут? Где сохранить? Да, она автоматически, я думаю, сохранилась. Ну что ж, ребятки, давайте будем с вами прощаться. Это Silent Hill мод Алчемила, Алхимила. С вами был Ем и Светик. Пока-пока.